В эфире рубрика «Невероятно, но факт». Сверху вот этой кровати было вот такое одеяло. Ну, то есть, теперь-то мы знаем, что это не одеяло, а покрывало. А до этого я и укрывалась. И оно ужасно воняло прошлыми постояльцами. А теперь возвращаемся к нашей кровати. Вот это под цвет голубого флага. Телефон передает не очень голубым, но это голубого цвета. Это подушка. А это не простынь, это одеяло. А под ним простынь. Это было одеяло. Кто бы мог подумать? Ну ладно, хоть через 2 дня мы догадались, что вот это не было одеяло. Невероятно, но факт. Рубрика. Выпуск номер 2. 3 дня мы считали, что этот душ не вынимается, что он закреплен. Тянул. Ну, как обычно он вставляется, мне казалось. Должен вот так выниматься. Нет. Гений инженерной мысли подсказал, что надо делать вверх. Оп. Входит и выходит. Вот такой вот душ. Кривулька. Кто бы мог подумать? Развивайте свое воображение. Мужчина, опытный хакер, он взял с собой веревку. Ну, просто там что-нибудь повесить на пляже. И это оказалось единственная сушилка в этом номере. Обычно, например, там в Египте, да, сушим на мебели. Здесь мебель как-то, когда она в тени, не сохнет ничего вообще. Поэтому мебель не вариант. Через бортики... Нет, ну вот на солнце оно бывает очень недолгое количество времени в течение дня. Если... Нет, оно недолго бывает. Солнце потом уходит, и оно становится узкой полоской. Если перевешивать через бортик полотенце, их носят в детдом туда. В итоге сушилки нет, нифига нет. И вообще, как-то жизнь нас к этому не готовила. А, вон запись пошла. Рубрика «Невероятно, но факт». Выпуск 4. Как закрыть дверь? А сначала покажу, как снаружи она выглядит. Вот такая вот трещина. А трещина здесь почему? А потому, чтобы закрыть дверь, нужно этой дверью либо бамцнуть, например. Вот сейчас я бамцну, тяну на себя, закрыт. Либо закрывать медленно, плавно. Она не закрывается. Чтобы она закрылась, надо надавить. Надавить всем бедром. И надавить всей ручкой туда. И опять это проблема. Вот, закрылась. С обратной стороны в этом случае открыть невозможно. Но об этом, находясь внутри, никогда не узнаешь. Мы проводили эксперимент. Открыть невозможно. А чтобы открыть, надо сделать просто вот так. Мы пошли.